Бухгалтеры, экономисты, секретарши на улицах Рязани непривычные разнорабочие в оранжевых жилетах, а как будто сами прохожие, около 40 человек, все с лопатами и большим желанием убрать улицы города. Вышли на помощь предприятию, чтобы помочь убрать улицы, вот именно прилотковую часть Куйбышевского шоссе. Работа объемная, требует достаточно много именно ручной работы, то есть все техникой не убрать. Соответственно, эта помощь достаточно ценная. Кто-то счищает, кто-то кучкует. Эти люди с лопатами двигались по Куйбышевскому шоссе со скоростью спешащего пешехода. Что такое любовь к родному городу, эти работники административного звена дирекции благоустройства решили показать на личном примере. Без принуждения, без денег, просто на энтузиазме. Мы переживаем за свой город, мы его любим, поэтому все согласились. Попросили, и все с удовольствием пошли. Мы и возле дома своего выходим. Вот собираемся подъездом, у нас там есть какие-то договоренности между собой. И точно так же апрель у нас, сколько вот я живу в Рязани, у нас ни один год вот в апреле не прошел вот возле дома впустую. Мы все равно там убираем. Завтра очищать свою территорию выйдут работники остальных муниципальных предприятий. Общегородской субботник – дело, конечно, добровольное, но для тех, кто любит Рязань, должно стать обязательным. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».